Так, небольшой заход, маленький, ну, в Ашан. Такая, ну, постелить, поняли, на стол там. Она 127 рублей, вот такой размер. Там разные цвета, мне нужно было именно розовый. Так, из-за чего я шла? Подушка для ванны с присосками. Есть такая голубая, бежевая, светло-серая. Я взяла темно-серую. Вот. Потому что в магазинах такие штучки стоят рублей 500. А в Ашане 265 я решила взять. И по акции увидела чай Ричард с бергамотом 130 рублей. Все уже чаи, даже со скидкой. Ну, так, 130, 140, вот типа такие вот, да? Вот, так что чай, кофе уже подорожал. Сумма покупки 511 рублей. Сейчас еще пойдем в Ашан, основная закупка. Продолжение видео, второй заход в Ашан. Грунт универсальный, яблони будем сажать. Вот, но это в конце сентября увидите покупки разных. Кондиционер 130, хлеб 36, 1000 секретов 53, телепрограмма 63, чипсы по карте Ашан 109, Дримс 64. Вот такие взяла 120 попробовать. Пакеты для завтрака 34, Козинак 14. Ватрушка 30 с чем-то рублей. Пита 21. Коржик, ну, до 40 рублей. Так, продолжаются маски. Мне вот это понравилось. 30 рублей. Срок ее до 6-24. Вот такую взяла увлажняющую 30 рублей. Там вот таких уже мало. И вот такую еще увлажняющую 30 рублей. Вот таких много. И вот таких. Вот, уставшие. 30 рублей. Набрала. А что, по 30 рублей? Почему нет? У меня сентябрь будет. Марафон называется «Масок для себя». Так. Пока идут баклажаны, я ем. Вот. Баклажан грунтовый. Можно обжарить на сковородке. Там, знаете, с чесночком, с помидорами. Очень вкусно. Вместо любого гарнира. Ну, или потушить, как вы любите. Добавить сыр тертый, как хотите. 390 рублей, 79 рублей, 31 рублей, 20 копеек. Ну, и заготовки. Томаты сливовидные, хоть желтые остались, но я люблю сливовидные. 80 рублей, 768 грамм, 61 рубль, 44. Так, репа, это если мы на дачу поедем, собаки, 99 рублей, 80 грамм, 8 рублей. Бананы по 79, на 71 рубль. Яблоки, выбор не очень. 89 рублей, 692 грамма, на 62 рубля. Огурцы. Ну что, сентябрь, луховицкий, 179, килограмм 138, 204 рубля. Так, вот такие две булки сырные, они стоят по 19 рублей. Манго там было по 30 с чем-то рублей, виноград фиолетовый, кисло-сладкий по 129, по 169. Ну так, картошки вообще выбрать нечего было. Так, йогурт фру-фру 114, водичка до 50 рублей, шарики куриные, так, котлеты из говядины где-то 179, без свинины горки 219, рококо по 289 две упаковки, масло Эко-Нива 129, хорошая цена. Так, вот такой йогурт 64 рубля, вот такая новая сметана, но по карте Ашан 69. Сейчас со скидкой 35 рублей Слобода йогурт. Вот это 34. Вот такой муж нам взял сервелат с грецким орехи. Вот, там ремит много со скидкой. Вот такие себе взяла креветки в заливке 119. Маме салат оливье 79. 90, ну, до 90 рублей вроде, творожная масса. И сыр Государев экстра. Попросили нарезать. Он такой, знаете, твердый. Белорусский. И еще второй там по 890. Это по карте Ашан. Так что просите, вам, если что, нарежут. Так, колбаса вот такая какая-то. Кремлевская. Раз. Два. Вот. Ну, все стоит к школе. Со скидкой чистая линия. Фруктис шампуни. Вот, лесной бальзам. А, я вам забыла показать конфетки. Конфетки взяла вот такие. Конфеты шоколадный арахис с пастой вес 400 рублей, 198 грамм, 79 рублей. Вот такие первый раз горки шоколад. Попробуем. Вот, давайте. Честно, там со скидкой, ну не со скидкой, как бы футболки, да, лежат по 400 рублей. Качество ужасное.
сорочки, например, да, которые вот бюджетные бабульки берут. Я хотела бабушке взять, такая без рукавов. 199 рублей. Даже если она 400 стоила, взяла бы. Но размер вот берешь 56, как будто, знаете, на 50-й. Ой, какие-то пижамы. Ну, если, например, вам футболка и шорты, ну, 600 рублей, это нормальная цена. Вот, ну, какие-то халатные, ну, не особо такой выбор. Трусы дорогие, колготки многие со скидкой, берите, сейчас сезон колготок начался. Так, давайте пробежимся по чеку. Четыре тысячи триста с чем-то рублей. Еще будут покупочки, так что подписываемся на канал, ставим лайк. У нас погода немножко похолодает, но потом немножечко тепло опять еще придет к нам. Пишите, как у вас погода. Так что не хандрить, у нас осень. Пока еще сентябрь более-менее. Покупки перекресток. Корейка 349 на 524 рубля. 1,5 килограмма. И пава-пава, типа как стрипсы из индейки, 279 рублей. Покупки в Дикси. Медальоны из свинины, 200 с чем-то рублей. Сейчас по акции с ветчиной, с сыром и с мясом. По 80 с чем-то рублей. Так, 39 рублей вафли, 90 рублей крабовое мясо, рыбка 150, вода 60, уксус выгодно брать большой. Он сколько стоил? 43, чем маленький. Вот. Сейчас заготовки. Проверяйте обязательно срок годности уксуса, понимаете? А то вы будете готовить, а уксус просроченный. Это все заготовки испортит. Так, 50 рублей. Тёлушка. Ну ты возьмешь себе йогурт. Тёлушка. Так, хлеб у нас 45, 40 рублей хлеб коломенский, мама черный попросил. И две упаковки сушек, 60 рублей, это муж ест. Примерная сумма всего 988 рублей. Ну, до 1000 рублей вот такая закупка в Дикси. Покупки в Пятерочке. Так, чипсы 50 рублей на даче, ремит 119, сушки 52. Булки у нас получается по 25, батон селяночка половинка 21, вода минеральная 52, однако паштет 32, на сколько? 140. 140, вот такая колбаса. Финики на 96, одна кукуруза тут 500 грамм, она весь килограмм 150 с чем-то рублей, вышла на 83 рубля. Лаваш 45 рублей, вот такой сорок 32. Кетчуп под шашлык 79, взяли такой попробовать. И вот такой сады придонья мультифрукт 88 рублей. И опять вот эти штуки дают. Примерно сколько сумма? Ну, 1400. 1200. 1200. Пятерочки. Так, в Ашане нет картошки нормальной. В Перекрестке тоже нет. Вкусвилл 35 рублей килограмм. Ну, вроде неплохая картошка. Вот, на 65 рублей. Вот такая лапша нам понравилась. Мы подсели на нее. По 39 рублей в Перекрестке. В Ашане такая лапша. 130-140. Что-то очень дорого. Так, мусте взял мясо. Ну, вот сейчас на пару я ему сделала на диете. Килограмм на 192 рубля. 369. И вот такой боярышник попить где-то, ну, до 60 рублей стоит. Вот такая закупка была. Последние покупки на этой неделе. Мы решили в день города купить тортик, себя порадовать. Хоть муж не ест. 499 рублей. Прага. Более-менее свежий. В третьем магазине только нашли. На запас взяли вот такой чай. 267 рублей попробовать. Ну, там еще тест по акции. Вот такой состав. И взяли 437 рублей, 250 грамм, вот такое кофе. На самом деле ценник был 300 рублей. Ну ладно, может быть что-то там у них есть в банках. Неплохое сублимированное кофе, ну просто в банку высыпем и все. 4 крепости. Вот такой на даче брали, так брали. Неплохое. Так что с москвичей с днем города. И кто в Москве живет, с днем города.
Все. Всех целую, обнимаю и до следующего видео. Хорошего вам настроения.